Три дня в Суздале будет проходить третий фестиваль малых туристских городов. Таких городов в России 700. В Суздале собрались представители 200 из них. Каждый год место проведения и темы фестиваля меняются. Последний был в Елабуге. Суздальский фест посвящен гастрономии малого города. На фестивале работает наш корреспондент Оксана Котова. План мероприятий включает практику работы с федеральными структурами для оказания законодательной, финансовой и политической поддержки малым городам. Плюс участники делятся своими идеями и наработками в плане привлечения туристов. Вообще, если говорить о цели фестиваля, то она состоит в том, чтобы создать публичную площадку для обсуждения проблем и стратегии развития малых городов, чтобы привлечь к ним внимание со стороны федеральных властей. Примечательно, что в этом году именно Суздаль стал городом, который объединил малые исторические города России, потому что в этом году Ассоциации малых туристских городов исполнилось 10 лет с момента создания. И в этом же году исполнилось 50 лет бренду «Золотого кольца». В рамках фестиваля проходит 5-й съезд мэров малых городов «Малые города. Большая культура». На нем рассмотрят вопросы сохранения историко-культурного многообразия и развития туристического потенциала малых городов России. Первый день сегодня начался съездом мэров малых городов. Этот съезд проводился в 5-й раз. Тема была обозначена «Малые города. Большая культура». Вот. На этом съезде рассматривали вопросы сохранения историко-культурного многообразия, развития туристического потенциала малых городов. В мероприятиях принимали участие мэры малых городов самых разных регионов страны, представители органов власти, эксперты в сферах культуры и туризма. Значит, модератором этой встречи была временно исполняющая обязанности директора департамента культуры администрации области Вера Сергеевна Зинатулина. Было 10 спикеров, вот, в том числе президент Союза малых городов Российской Федерации Евгений Марков, глава администрации Гороховецкого района Алексей Бубело выступил, рассказал о праздновании 850-летия основания города Гороховца Владимирской области в 2018 году. Выступил Игорь Валерьевич Конышев, генеральный директор Владимир Суздальского государственного музея-заповедника. Его выступление было тоже очень интересное, о создании культурно-туристического кластера «Гусь-Хрустальный». Он рассказал о том, что задача сегодня, которая стоит перед музеем, задержать туриста в городе как можно больше. В программе съезда тематические сессии, круглые столы, обучающие семинары, мастер-классы и гастрономические акции.